третьем квартале 2017 года число вакансий для специалистов по криптовалютам выросло на 82%. Генеральный директор международной фриланс-биржи «Фрилансер» Мэтт Барри отмечает, что работодатели чаще всего ищут специалистов для разработки новых типов криптовалют. Однако одним из наиболее важных навыков считается способность организовать ICO. Отметим, что также на 59% выросло количество вакансий, связанных с криптографией. В общей сложности на бирже уже зарегистрировано более 480 тысяч новых предложений работы в криптоотрасли.